Знаешь, что хотелось бы вот на РПшные сервера? Вот именно кастомный генератор персонажа. Вот это было бы круто. Ну да, и правда было бы здорово. Ты улетел, да? Тюк! Ты умер? Мое злодейство не получилось! Всем утюг, с вами Глюк и Сорс. Здрасте. Ребята, мы тут задумались, что бы такого интересного на нашем сервере, в нашей организации сделать. И решил я, значит, сделать небольшой челлендж между мной и Сорзом. Понимаешь, как бы челлендж, он как бы вещь хорошая, но как и любой предмет, если выгоды нет, в чем прикол-то, да? Ну хорошо, давай, знаешь что, я сейчас посмотрю. Вот, допустим, у нас, что у нас есть на счете организации? Может нам, типа, сделать бонус из организации? Нет, здесь 924 тысячи, здесь нифига не много, так что нет, не будем мы отсюда брать, пусть купится лучше. Давай так. Организацию пока не трогаем вообще. Да, давай лучше так. Вот сколько у тебя денег на счету? 1020. 1020. Ну да. И на банке тоже, да? Ну, типа да. То есть как бы на банке. Ну, как бы заправку я не снимаю последнюю неделю вообще. Ну, давай так. Если я победю... Победен. Да, то ты мне платишь 10 тысяч долларов. А если ты победишь, то я плачу тебе 20 тысяч. Окей, а в чем суть челленджа? Ты же так и не сказал. Короче, смотри, есть у нас Чилиад. Это гора, высокая гора. Люблю на нее гонки. Вот, так вот, мы сейчас возьмем две фуры огромных. Подожди. И поедем гонкой на Чилиад. Фуры — это типа те, которые по работе, что ли? Да, да, да. Мы их сейчас возьмем. И не факт, что они туда заедут. Но кто доберется дальше, или кто доберется прям до самого верха, там вот это вот здание стоит, там вот эта обзорная площадочка, вот, кто туда доедет, тот получает выигрыш. Подожди, пинаться зя или не зя? Зя. Ага, то есть ты выиграешь, в смысле? Ты меня постоянно пинаешь. Не, ну хочешь не будем пинаться, в принципе, наверное, так даже будет честнее. Давай так. Как бы, ну, пусть скилл зарешает, а не подлость. Ну, давай, да, я тоже думаю, просто если, типа, там сопнуть, то полетишь далеко и надолго, ну, и вернешься не скоро. Ну, например, ты будешь ехать, я специально разгонюсь, тебя сопну, а потом, типа, доехал. Ну, да, это такое. Мало чести в данном поступке. Хорошо, давай тогда без пинаний. Так что прямо сейчас мы с тобой подрываемся и едем за фурами. Ладно, паркануюсь вот здесь, прямо на середине дороги. Я думаю, если кому-то не понравится, тот пойдет сраку. Смотри, чтоб тебя никакая фура не сбила. Вау! Сорс, блин! Это моя Тесла! Она посреди дороги стояла! И что? Посреди дороги стояла. Тюка, тебе повезло, что здесь машины не ломаются, а? Я бы заставил тебя платить. Так, ну смотри, у нас есть правило не пинаться, но оно уже не работает до тех пор, пока мы туда не доехали. Ты мне машину сейчас сломаешь. Чувак, ты жив? Закончить работу? Нет. Прости. Ты мне колеса задние угнул, у меня машина теперь хуже едет. Ну возьми другую. Давай мы едем до байка, вот как он называется? Ну, короче, там розовая аренда квадроциклов. Вот он наверху, рядом с округом Блейд. Округ Блэд. Поедем в округ Блэд, туда типа сейчас спокойненько можем, типа не торопясь, не пинаясь, потому что мы поняли, что это будет плохой идеей. О, у меня 200 баксов в Payday зачислилось, а у тебя? А у меня 400. А все почему? Ребят, я купил голдвипку. Короче, фишка в том, что с голдвипкой можно на 31 день оплачивать квартиру, чтобы она не слетала. А так как у нас бывают пробелы между снятиями роликов больше, чем 7 дней, имеется нифиговый такой шанс просрать жилье. Я раньше очень много жилья просирал. У меня было несколько домов. Был говёный дом, был охренительный дом дорогущий, который я тоже успешно просрал.
И, короче, мне это надоело, и я подумал, что дешевле просто купить випку. Вот, ну так вот. Ну, можно как альтернативу просто заходить каждый раз, пополнять самостоятельно, типа, раз в 7 дней, но... У меня от этого иногда болит попка, потому что заходишь такой, ой, блин, забыл, смотришь, дом слетел. А у тебя сейчас какой-то... Или бывает, играешь, но не пополняешь. Мы даже вот то, что покупали... квартира с одним местом. Я покупал, по-моему, или не я покупал, короче, я не помню, мы покупали... Тому и Сорозу квартиры. У обоих и слетели, блин. У меня с Томом не послетали. Да? У обоих слетели. У меня у одного у не слетело. У Тома какая-то фигня была с обновлением, а я просто заходил в игру, но забыл заплатить. И прикиньте, типа, а у меня, знаешь, типа, почему я не забываю? Потому что я там гребаный ремонт сделал. Я просто охренею, если он пропадет. Я просто повешусь нахрен, потому что расставлять вот это все 2 года просто. Я убил, наверное, на это часа 3. Я тебе открою тайну, мебель не возвращается. Серьезно? Если у тебя слетает, тебе возвращают половину стоимости квартиры, но мебель в ней не остается. Не, ну там подожди, там есть менюшка, в которой типа остается, что типа можно расположить. Именно мебли, которые ты купил, они не вернутся. Так, вот смотри, ну ладно, это конечно надо тестировать, но у тебя получается никакой мебели нету сейчас, да? Охренетительно просто, просто здорово. Даже стульчик. Смотри, давай справа сюда паркуй. Короче, смотри. Вот мы стоим, направо идет дорога. Угу. Ставь метку, вот где кончается фурникулер. Фурникулер? Или фу. Ну, короче, этот. Короче, прямая эта сосиска. Такая. Этот кулер, да. Вот, угу. Туда напротив ставь меточку. И поехали, собственно, по вот этим вот. Ну, хочешь сокращай, хочешь не сокращай. Короче, что хочешь, делай. Но кто вот дальше и круче, тот молодец. Все, погнали. Блин, оно ж не едет, это говня. Оно не едет, да. Мы, скорее всего, умрем, чувак. Вероятнее всего. Очень сильно вероятно, что, возможно, это так. Слушай, ну пока нормально, смотри. Небольшой, конечно, градус, но он уверенно катит. Я ожидал, что она сейчас отпадет нафиг. Так, я не хотел пинать. Это я притормозил. Ты тормознулся очень резко. У меня тормозной путь 2 километра. Ой, блядь. Че, помочь? Нет, спасибо, я сам. Охренеть, ты пылью меня закидал. Нормально все. Это же не какашки. Тюка, слушай, вот это челлендж. Ой, блин, а ее, кстати, начинает нести, когда она вот так делает. Ну так тут поверхность-то какая, извини меня. Грибаный куст! Грибаный куст! Я хотел тебя обогнать и въехал в грибаный куст. Коротенький такой, но такой мерзкий, блэд. У него физика прописана, да? Так, ну тут видишь, короче, нужно ехать чётенько, типа с расчетом по скорости. Ну да. Опа! Так, а вот и я вырвался вперед. Хорош. Ну, ты просто сразу. Главное, не дай бог не затормозить, потому что тогда будет срань. Да. Тюка! Чувак? Не вздумай меня ударить. Я не хочу. Но как получится? Блэд, он не едет. Так, у нас есть более пологий обходной путь, интересно. Или мы ищем, короче, путь по дороге проезжать, или едем как-то сами на обход. Тормози! Чё он не тормозит? Кто бы мог подумать, что заехать наверх на такой колдобине так сложно будет, а? Ну как прямо бы вот ты... же практически на первом. Тихо! Нет! Тихо. Мне не нужна такая езда. Что-то не то, да? Сюка, стой! Стой! Стой, блин! Мне возвращаться 2 года! Тут еще вправо-влево надо. Ну, кстати, если бы ты там не стоял, я бы заехал даже, наверное. Ну, я понял, там типа с соседней горы можно разогнаться и прямо заехать. Бля. Нет! Сорс. У меня одно колесо стерлось. В смысле, вообще стерлось? Ты шлифовал там, что ли?
А там по-другому ты даже не выйдешь. Жопой, 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 жопой. Нет, не, не теряй сцепление с дорогой. Подожди, не теряем. У нас любые методы выезда на Челлендж хороши. Ты можешь жопой ехать. Почему бы нет, любые. Ну, кроме вертолета, я не знаю, там... Ну, имею в виду, не покидая этой машины. Да. Я совсем-совсем. Ну, да, что ты хочешь применить? Да, я просто спрашиваю, мало ли. Не, ну, типа, если ты едешь как-то, глючуешь необычно, то, типа, почему бы нет? Есть мысля, но я не знаю, сработает. Прокачать его и включить турбонаддув? Нет, он не качается. Тюка, ну я заехал сейчас достаточно высоко, я даже не знаю, типа выше я тебя или нет был. Возможно и выше, хер знает. Тут высоты, как бы, ты же не узнаешь высоту. Я узнал, я могу только показать елку, до которой я доехал. Но имею в виду, ты же не, вот в цифрах ты не узнаешь, кто, какая была выше. Ей, понимаешь, дело в чем, она теряет сцепление с дорогой. Чтобы ей, она не теряла сцепление с дорогой, нужно ехать по чуть-чуть. Я джойстик решил взять, да? Ну да. У тебя же тоже есть. Ты не знаешь, где он, да? Я знаю, где он. И где он? Его из коробки. Ну, возможно, это твоя выигрышная стратегия к 20 тысячам. Тюка, пока что я упал опять оттуда. Ну давай попытаемся сейчас еще с другой стороны поехать и посмотреть, что выйдет там. Тогда я предлагаю нам... А там есть еще две дороги, собственно. Короче, от черного рынка идет тоже тропа. Я думаю, она будет более пологой, и она, ну, выглядит более пологой. Посмотрим, реально это или нет. Что-то, блин, на первом же крутом подъеме и все, и типа... Но она не тянет, она вот, она когда заезжает на горку, честно, одна из пар колес у нее не касается, и она тогда уже теряет сцепление. Не, у меня касается все, просто я не знаю, ей не хватает мощи, мне кажется, или сцепления. Я пытался продавить, что типа частично, но нет, под таким углом нет. Если бы она еще, знаешь, типа могла бы под углом ехать, типа, знаешь, там на 45 градусов наклониться. Ну да. Так, слушай, хорошо, давай тогда я сейчас доеду до места, мы обменяем заново эти грузовики и рванем туда. Тоже? Ну, как бы я его уже его покоцал. У нас же нету места нигде поближе, да? Только там. Знаешь, что хотелось бы вот на РПшные сервера? Вот именно кастомный генератор персонажа. Вот это было бы круто. Ну да, и правда было бы здорово. Ты улетел, да? Тюка! Ты умер? Мое злодейство не получилось. Вылетел не я, а ты? Я пытался закинуть его туда вместе с тобой. Угу. Слушай, а я не знаю, кого теперь. Он перевернулся. Я не могу залезть. А, во, нормально, все. Все сработало. Нормально. Ну ладно. Была бы скорость чуть-чуть побольше, я бы заметнул тебя на территории военной части, а сам бы вылетел. А потом бы, скорее всего, нас обоих забанили в срань. Итак, подведем итоги. Мы не смогли высоко вскарабкаться на стороне с арендой. Да, очень дорого. Поэтому вот отсюда вот мы вскарабкаться вообще никак не могем. Мы поедем от черного рынка и посмотрим, что там. Не факт, что там будет лучше, но... Черный рынок — это типа в сторону Икеи, да? Да, это в сторону Икеи, а тут, короче... Ну да, вот черный рыночек, вот ты увидишь прямо на карте, он так отмечен. Понимаешь, дело в том, что там как бы две дороги, и они как бы ведут, опять же, что наверх Челиада мы только туда сможем забраться. Давай посмотрим, насколько высоко. Я не знаю, я типа с той стороны ни разу не ездил за все время, что я ездил в GTA 5. Я ни разу туда не ездил, именно с той стороны. Пизда! Тюка, почему из двух он выбрал тебя? Давай, проверяй свои системы. В порядке? Ну, частично. Ну и вот она, дорога. Во, смотри, я думаю, вот здесь вот мы заедем. Ой, знаешь, тут уже, ну, как бы из челленджа, но просто это, ну, доберись хоть кто-то, хоть как-то. Ну, здесь вот, блин, тут реально полого, здесь можно заехать, даже если съехать.
О, давай, 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 красавчик, давай. Ты о себе? Блядь. Ну, вообще, да. Нет, нет, нет. Я о себе. Нет. What the fuck? Я за тобой. Тебя я ловить? За тобой, чувак. Ну, нет, наверное, я сейчас попытаюсь тут развернуться. А. Я не до конца упал, не так жестко, как не, ты. Не упал. Упал. Так, вот сюда. Так, сейчас вот здесь вот, значит, разгоняемся. И наверх. Мне кажется, что наша первая попытка, она вот именно по высоте Чириада, она как бы поболее будет, чем здесь. Ну, здесь очень полого, чувак. Тут прям очень-очень полого. Именно, чтобы добраться туда, к фуникулеру, да, все равно придется ехать по тем вот... Именно там, где мы не могли выехать. Ну, сейчас посмотрим. То есть, как бы я выехал... Конечно, гребаный камень, вот он прям... Прямо на пути тюка находится. И объехать его можно или слева, или справа. Я даже не знаю, как лучше. Я пытаюсь слева объехать. А можно здесь машину на лифт поставить и просто выбежать наверх, поставить ее сверху? Это не та игра. Это не скраб. А хотелось. Так, ну-ка давай подшлифуем чуть-чуть. Ну, чувак, пока что у меня даже вполне себе неплохо получается. Хотя я вот что-то подзастрял чуть-чуть. Таблетка синего цвета на руке у человека темного цвета. Ах. Ты про матрицу сейчас? Это просто фильм «Мат...» Да. Как ты угадал? И у меня других ассоциаций не было. Конечно, Нео. Тюка. Да я почти заехал высоко! Ой-ой-ой-ой-ой! Я откатился на дорогу. Вон, смотри, стой, 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 посмотри направо. Видишь меня? Короче, вот там вот моя фура. Подожди, где? Я не знаю, что делать, типа, понимаешь? Оно вообще ни в какую. А подшлифовать в сторону, не? Я пытаюсь, но, типа, у меня одно колесо, и оно, ну, вообще никак не шлифует. Если одно колесо? У меня одно колесо касается, почему? Ну, типа, остальные не хотят вращаться вообще. Всё. Ты на фуре ты сюда не заедешь, мне кажется. Мне тоже кажется, что, типа, блин, камон, то была самая высшая точка, куда мы доезжали. Типа, предлагаю признать ничью и все такое. Ну, блин, я хочу дальше. Давай еще одну попыточку. Ну, не знаю, я уже вряд ли смогу. Давай я просто попробую тебе помочь доехать как-то. Ну, давай попробуем. Потому что... Ну, ты доехал до камня и чуть-чуть, получается, справа объехал. До камня, а там, так, когда в прошлый раз ехали, то доехал на пару метров больше, чем... Ну, ты, если не свернул, то, возможно, доехал бы тоже туда, но там машина просто скатывается, и там постоянного результата нет. Ну-ка, задний ход. О, а задний ход нормально. Так, я начну все сначала. Посмотрим, что выйдет. Да, все нормально, смотри, сейчас я заеду. И, по-моему, более пологий именно тот склон, который мы не задействовали еще ни разу. Чувак, я это сделал. А дальше жопа. Дальше жопа, конечно, но я проеду прилично. Это расстояние, это не высота. Как бы дольше всего по Чириаду, слушай, можно вообще по кругу ездить. Так, давай, 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 красоточка, давай. Тут совсем круто, давай. Тюка, придется съехать немножечко на бок. Отпихнуть? Не-не, не надо. Не надо, не надо, не надо. Сейчас вот буквально на грани. Тюка! Занесло тебя? Немножечко занесло. Блин, фигня не едет. Не, ну это пижня заехала уже, ну типа я дальше заехал, мне кажется, чем раньше. Ну дальше, но не выше. То есть как бы с точки зрения подъема на гору, лучше не стало. Сюка! Берегись! Блин, она не тормозит. Пиздец! Боже ж ты мой, ну ты куда ты? Стой, 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 машина, стой, остановись. О, у меня сзади дверка открылась. Если открыть вторую, можно твою машину туда засунуть. Да, от этого она лучше станет ездить. Может быть. У нее внутри будет, сколько там, шестицилиндровый движок.
как минимум, наверное. Слушай, мы еще не пробовали еще один склон, но он реально пологий. Смотри на тот склон, вот тот. Погоди-ка. Вот тот склон Челяда. Сейчас, я вот там. Не могу останавливаться просто. Который склон? А вон вот тот вот справа вот от нас? Вот, о да, вот этот, вот тот, который, вот, вот туда, куда я смотрю, видишь? Угу. Вот он так идет вроде сначала гром, ну... Ай, блядь! Как сказать? А. Короче, он вверх идет выше, более полого. То есть, как бы, начало у него тоже такое выпендрежистое, а там он более пологий наверх. Ну, тут, короче, сюда, мне кажется, можешь заехать, но тут нужно скорость прям иметь очень хорошую. Думаешь? Опа! А вот дальше жопа. Там, там уклон слишком большой. Неважно. Мне кажется, это уже выше, чем то, что у нас было. Хз. Ну, высоко, не спорю. Ну, блядь. Тормоз. Работает. Работает, да. Ну я типа хрен знает на самом деле, как здесь уменьшить градус. Если я слева или справа, там тоже склоны очень крутые. Ну это камон, это 45 градусов. Грузовик под 45 градусов пустить, это... Ладно, заплатим тебе 10 тысяч долларов. Поехали отсюда. Так может быть ты тоже сможешь до сюда доехать, не? Не хочешь попытаться? Я хочу попробовать другим склоном, вот тем большим. Так, ну хорошо, давай. Давай тогда я тебе отдаю эту. А ты не сможешь, да? Да, я не смогу. Я сейчас поеду еще одну возьму. Да, давай, езжай, короче, тогда за фурой, а я попытаюсь найти безопасный подъем туда. Так, я пытаюсь заехать наверх. Не получается. И возможно, что, кстати, вот этот подъем, он типа самый топовый, но здесь такой сложный элемент есть. Ну, посмотрим. Вроде бы который под силу, но он такой крутой, что в него поди еще заверни. Ну, я еду на новенькой фуре. Меня все обгоняют, как лоха последнего. Давай, красоточка, ехай. Вот вроде и смотришь, обычная гора. А как выехать на нее на фуре, так ага, уже. О-о-о! Кто проживает на дне океана? Чувак, я сейчас так еду вообще. Блин, этот подъем идеальный. Ну, я типа, он лучше, чем то, что мы до этого пробовали. И наконец-то я прямо высоко. То есть, по-любому выше, чем до этого были. Да. Походу, что да. Вопрос: или доеду я туда, куда доехал ты? Да, чувак, это выше. О, тюка, так, стой! Ты что ж ты делаешь-то? Нет! Ну, кажется, это была моя самая высокая попытка. Хотя, может быть, я сейчас еще и выровняюсь и вернусь на колею. Во, красава! Видишь, куда заехал, да? Здорово, Глюк. Здорово. И чё? Ехай. Чё, как? Пока не очень. А так понимаешь, что мы с тобой в одинаковой ситуации, примерно в жопе мира? Ну, я вот туда прям заезжаю, уверенно, смотри. Оп, красота какая, а. Как туда заезжаешь? Ну, здесь вот самое сложное, но я и здесь умудрился как-то заехать. Ну все, я проиграл десятку. Обидно, досадно, но ладно. Хочешь, покажу тебе, куда именно мне удалось заехать, пока это был мой рекорд? Я думаю, что, может быть, если бы я еще дико попытался, то я бы еще проехал, но там тут уже сложно. Ты упал? Все, я скатился. Десятку проиграл на ровном месте. Короче, ребята, я победил. Денег заработал. Красава. Поехали в банк деньги отдам. На шальнике. Короче, ребят, если вы хотите, чтобы мы забрались сюда на каких-то других машинках, пишите на каких. И мы заберемся. Только давайте вот, ну, типа, необычные там на Тесле мы в два счета заберемся. Ну, особенно на автопилоте. Было дело. А сейчас время успешного спуска. Максимально успешного спуска. Мастерство скатывания
вниз. Пысец! Не делай так, как наши с тобой просмотры. Все, я готов. Я съехал. Охрененный, по-моему, челлендж. Жалко, что только до верха не добрались. Ну, мне кажется, мы вообще бы, то есть никоим раком бы мы это не сделали. Я не знаю, или эта машина вообще может ехать. О, это ты. Что это было? Привет. Как дела? Нормально, я не понимаю. Я такой, знаешь, сижу, жру в машине, жду, когда ты подъедешь. Подъехал. Тебя сразу из машины вытащило, да? Че, погнали забирать машину, едем в банк, разорять меня на деньги. Да, 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 поехали разорять тебя на бабки. Варья! Че там по баблу? Че, лови обмен. Время получить выигрыш. Ладно, обменяться. Ну все, 10 косарей, 7 баксов в кармане. Я заработал бабки. Но это не просто бабки. Это не просто бабки. Поехали за мной. Сейчас мы будем кое-что полезное и классное делать. На эти самые бабки. Ребят, пока Сорза выкинула, я подготовил ему небольшой сюрприз. Я хочу купить ему кроссы светящиеся, которые он как раз хотел. Ну, слушай, а, кстати, можно и курточку себе присмотреть на зимнее время-то. Прям ничего ж... Ну, тю, какие красивые. Жалко, что зима здесь, конечно, так себе. Смотри, короче. Те деньги, которые ты мне проиграл, они на самом деле не просто так. Ну, да. Ну, не просто так проиграл, конечно. Не просто так, да, просто. Ну, это все, что я тебе хотел сказать. Пошли отсюда. Вот. Забирай вот это чудо. Чего? Чего? Берцы номер два, обувь. Ты теперь... Чего, блядь? Молодая копия меня. Вот посмотрите, на меня и на него. На меня и снова на него. Блядь. Это моя копия. Что, ненормальные? Они у тебя такие же наподобие. Блядь! Та-ра-та-ра-та! Все, а ребят. Сколько такая херень стоит, а? 45 тысяч, так что мне своих пришлось доложить, и можешь считать, что я все-таки проиграл. И ты проиграл. Короче, мы оба проиграли в этом состязании, все. Подожди, а среди ночи? Я пятки вижу. Ну это, кстати, прикольно. Я хотел взять еще вот это вот худи, которое светящееся, но я не знаю, как оно называется и где его взять. Надо будет порыскать, надо будет как-то покопаться, и вообще будет здорово. Если мы будем еще оранжевым светиться, будет вообще классно. На этом все, ребят. Ставьте лайки, заходите по ссылочке в описании в игру, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы, к сожалению, не виделись с нашими ребятами, с нашей организацией. Да, но... Там, кстати, к нам кто-то новенький уже вроде подошел. Кстати, вот посмотрим потом. Нил Армстронг, кстати, вот здесь. Вот он что-то здесь делает. Он, наверное, работает там на работе, остальные пока офлайн. Вот. Но, тем не менее, я был бы рад увидеть вас в нашей организации. Нас всего 14. У нас пока что есть 20 слотов, то есть еще 6 человек мы можем принять. Я думаю, потом мы расширим, но это просто фишка платная, так что приходите, приходите, играйте. С вами был Глюк, Сорс. Всем удачи, всем пока. Ссылочки в описании. Всем удачи, всем пока. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.